Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я делала себе кудри, правда, их совершенно не видно за роллами, и еще целый час подбирала кофточку, которую я надену. Но оказалось, что это все зря, потому что за роллами это все не видно. Но самое главное, видно роллы. И давайте приступим. У нас здесь сушеная рыбка, Калифорния и Филадельфия. Что здесь? Какой-то кусочек непонятный на роли. А, это сушеная рыбка. Я-то испугалась, думала, волос. Давайте приступим. Здесь вот так вот я положила имбирь и васаби. Васаби, кстати, сегодня мы с вами будем кушать. А то пишут в комментариях, что если не есть васаби, могут появиться глисты. Ну, не люблю я острое. Вообще не мое ни в какую. Говорят, что с сушеной рыбкой это на любителя. И в первый раз, когда я их увидела, с сушеной рыбкой, один только запах поверг меня в шок. Мне вообще не понравилось. Я думаю, бог мой, кто такой вообще ест? А сейчас я прям жить не могу без этих роллов. Они офигенные, они очень вкусные, но не везде. Вот это доставка Япоша. Изумительно. Утонченный, обалденный вкус. Поставил вопросник в Инстаграме. Там много вопросов касательно моей кожи. Вы знаете, что я пью витамин А в очень больших концентрациях, искусственный витамин А. А точнее, ракутан. Также есть аналоги акнокутан. В общем, я вижу улучшение. То, что у меня пухлое лицо, это все временно. У этого препарата есть просто куча противопоказаний и побочных эффектов. Поэтому без этого никак, приходится. Но я вижу уже изменения, и прям изменения хорошие. То есть сейчас на мне не очень плотный прям шкатурка, то есть это тональный, можно сказать, BB-крем. Я боюсь, знаете, вам что-то советовать, потому что еще рано. Делать какие-то выводы, потому что я видела случаи в интернете, как кто-то, например, вылечил, там блогеры рассказывают, вылечил акне, месяц второй, появились обратно и с еще большей силой. Это, конечно, ужасно. Обалдеть, как вкусно. Читаю вопросы и в прямом эфире Инстаграма. Я вам отвечала на этот вопрос. И опять же меня спрашивают, ребят, мы с Фати в нормальных отношениях, мы не поссорились. Мы с ней общаемся, причем общаемся каждый день, даже сейчас, почти полчаса назад. Дело в том, что у многих такая ассоциация — Айка Эмили и Аск Фатима. Такой тандем. Мы хотим, чтобы мы ассоциировались как два разных блогера, которые просто время от времени снимают совместные ролики.
Поэтому мы стараемся слишком часто не снимать совместные видео. Развиваться отдельно. Такой кайф. Роллы это просто чистой воды кайф. Очень вкусно. Очень довольна работой айфона. Когда я только купила свой телефон, я его очень хайла, если честно, от непривычки. Меня постоянно что-то не устраивало, но я уже пользуюсь им где-то, наверное, 8-9 месяцев, и мне очень удобно. Некоторые вот здесь вот спрашивают: «Айка, прошло время, и как теперь тебе твой телефон?» Очень удобно, все хорошо. Единственный момент, музыку можно скачивать с iTunes только за деньги. Вот. Какие-то программы, которые на Android, они бесплатные, в iPhone они платные. И куча вот таких вот минусов. А так, в общем и целом, телефон работает просто офигенно. Следующий вопрос. Как брат себя чувствует после коронавируса, как он перенес болезнь и что говорит, какие у него ощущения? Он нормально перенес, прошло уже, наверное, где-то неделя после того, как у него уже третий раз отрицательный тест. 3 раза они сдают, вроде как отрицательный у него уже. Я слышала, что некоторых не госпитализируют. Он лежал в больнице. Лежал с температурой. Блин, реально, большой просто поклон низкий всем врачам, которые борются за жизни людей, которые заболели. В начале развития коронавируса все постоянно говорили про врачей, а сейчас как бы подзабыли. Но на самом деле они совершают героические просто поступки каждый день. Особенно мой брат рассказывал, что медсестры, они вообще работают в этих костюмах, в которых безумно неудобно, жарко. И спасибо им за это. Спасают жизни. Сейчас мой брат нормально себя чувствует. Все отлично. Возможно, это какое-то самовнушение, но мой брат говорит, что когда он дышит, вот сейчас, уже после того, как он переболел, он дышит не как раньше, а вот есть какое-то ощущение внутри, что как будто легкое немножко повреждено, что ли. Уже не дышишь свободно, так, полной грудью. Как это было изначально. Не знаю, возможно, это самовнушение, возможно, действительно, переболев коронавирусом, ты имеешь какие-то последствия. У нас еще другие родственники болели.
У папы есть дядя, пожилой человек. Он, к сожалению, скончался. Причем, знаете, это был человек, который вообще не верит в это во всем. Он всегда говорил, что это придумало государство, это какая-то фигня и так далее. Болезнь есть только для того, кто верит в это. И в результате он как раз-таки скончался. Вот так вот произошло. Так что... Решаете, конечно, вы. Но в любом случае, я думаю, что это не шутки. У нас умирают люди. И не только пожилые. Вот как раз-таки мне брат говорил о том, что всегда в новостях везде говорили, что именно умирают только пожилые с патологиями. Брат всегда говорил, что ничего подобного. А каким работает твой парень? На данный момент он не работает. Во сколько лет собираешься бросать YouTube? Нет определенного возраста. Я уже 3 года, ровно 3 года, как я веду свой канал. Из них, наверное, 2 года у меня уже есть аудитория. Первый год это было 5000 подписчиков за год. За второй год это уже было 105 тысяч где-то. И вот третий год. То есть у меня только увеличивается число пока что подписчиков. И как бы и закругляться я пока что не собираюсь. Зачем? Если все идет хорошо, все идет в гору. Как же я люблю роллы. Кто придумал соединить рис, рыбку и сыр? Ну как вкусно. Всегда, когда я снимаю роллы, бабушка говорит, как ты эту гадость ешь. Я говорю, бабушка, это так вкусно, попробуй. Она говорит, делать мне больше нечего. Если я попробую, я сразу умру. Я говорю, ну я же не умираю. Это ты. А брат всегда говорит, что в России роллы, они намного вкуснее, чем у нас здесь. А я ни разу там не пробовала. Надо обязательно в следующий раз, когда я поеду в Россию, в Саратов, вы мне закинете место, где хорошие вкусные роллы в Саратове. Поеду, обязательно попробую. Возможно, во влоге вам покажу. Спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца. Мне безумно приятно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Давайте добьем мне 180 тысяч. Я для вас приготовила сюрприз на 180 тысяч. Всем желаю приятного аппетита.